У русских братьев нет другого выбора, Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя. Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать в решении вопроса об украинской автокефалии, несмотря на давление Русской Православной Церкви. Об этом он сообщил на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе. Варфоломей подчеркнул, что привилегии Константинополя основаны на решениях и канонах Вселенских соборов и являются обязательными для всех в православии. Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, принятым Вселенским патриархом. Потому что у них нет другого выбора, отметил Варфоломей. Он заявил, что знает о существовании хорошо оплачиваемых статей и о черной пропаганде с российской стороны, направленной против Вселенского патриархата. «Бог дал нам два уха, чтобы слушать со всех сторон», – резюмировал Варфоломей. 14 сентября на внеочередном синоде Русской Православной Церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской Православной Церкви РПЦ будет вынуждена разорвать евхаристическое общение. 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии Церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета. В понедельник 15 октября Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!